Слово «барбекю» мы узнали сравнительно недавно. Теперь же печь для барбекю для многих такая же привычная вещь, как и камин. Доставка камина барбекю осуществляется в разобранном виде, на поддоне. Камин барбекю состоит из 9 частей, которые собираются поэтапно. Станину необходимо установить на ровную твердую поверхность. Сверху на станину устанавливаем нижнюю, заднюю и боковые части и накрываем их рабочим столом. Сборка осуществляется в пазы, без применения каких-либо дополнительных материалов и инструментов. На следующем этапе необходимо установить верхнюю, заднюю и боковые части. Во внутреннюю часть камина барбекю поочередно устанавливаются зольник, чугунный колосник, шамотный кирпич, и защита для жаровни. Зольник и защита жаровни изготовлены из качественной нержавеющей стали. Затем закрепляем полочку. Камины барбекю изготовлены из армированного бетона с декоративной обработкой мраморной или гранитной крошкой. Стандартный дымоход выполнен из металла с нанесением жаростойкого покрытия, а в моделях Modern и Modern Exclusive из нержавеющей стали. При сборке дымоход фиксируется с помощью 4 болтов. В комплект камина барбекю входит рамка для шампуров из профильной жаропрочной углеродистой стали сечением 10 на 10 мм. Ручки рамки изготовлены из натурального дерева. Как дополнительное оборудование можно заказать колосниковую решетку из профильной жаропрочной углеродистой стали сечением 8 на 8 мм, разделочную доску из натурального дуба с креплением, а также удлиненную трубу для дымохода. Сборка камина барбекю завершена. В зимний период после использования камин барбекю рекомендуется накрывать. Для облегчения розжига дров можно использовать специально предназначенные средства. Обращаем ваше внимание, что пользоваться бензином или другими нефтепродуктами категорически запрещается. Некоторые приятные мелочи сделают ваше удовольствие от обладания барбекю еще более полным. Дымоход дает возможность направленно отводить продукты сгорания и, конечно, способствует более полному прогоранию топлива. Камин барбекю имеет заднюю и две боковые стенки. Это увеличивает теплоизоляцию топки и позволяет более эффективно использовать жар углей. Специальные свободные поверхности могут использоваться для размещения различных кухонных принадлежностей. Предусмотрено также место для хранения дополнительного запаса древесины. Во время приготовления мяса можно регулировать температурный режим путем размещения рамки для шампуров выше или ниже над углями. Ни для кого не секрет, что еда, приготовленная на открытом огне на свежем воздухе, всегда имеет особый замечательный вкус и аромат.
Не отказывайте себе в таком удовольствии. Создайте на своем приусадебном участке уголок комфорта и уюта и наслаждайтесь общением с природой, кушая свежую пищу, приготовленную на открытом огне. Камин-барбекю полюбят все члены вашей семьи, и у вас всегда будет отличный повод, чтобы собраться вместе и приятно отдохнуть на свежем воздухе.